В общем, всем привет. Короче, недавно столкнулся с такой проблемой. Запускаешь, поставил на новый комп игру, а ХК установил МВД, так как я ФБР часто. Клео поставил, закинул свои старые Клео с флешки. Короче, запускаю игру. И, в общем, такая хрень, но вам не видно. И, в общем, игра не отвечает на стадии загрузки. Мы выходим. Я написал на форум вот такая вот, короче, хрень, типа, но на этом моменте, это я фоткал с телефона, просто потому что не было возможности сделать скрин с компа, не с бандикамом, не с помощью вот этих клавиш, не через F8, не через DX3, ни хера, в общем, написал, тут описал, короче, все. Вот мне посоветовал один из старичков, короче, Клео, некоторые Клео конфликтуют. Я перепробовал методом тыка, ну, в смысле, каждое клево все вытаскивал и потом по одной закидывал. И, в общем, короче, у меня выёживался репорт. Мы его удаляем. Это я специально его с флешки достал. Удаляем. Пробуем заходить. И вот у нас отгружается все. И, ну вот, если видно, должно быть видно. Вот, и, в общем-то, все работает. Поэтому, короче, если кому-то нужно, попробуйте такой метод. Всем спасибо, всем пока.